Всех приветствую, друзья мои. Сегодня в этот ненастный день у нас обзор эксклюзивного телефона от компании Uniheads Tank версия 0.1. Вещь. Тестирую я уже его, наверное, неделю хожу с данным телефоном. Телефон, конечно, шикардос. Уже прилетело на него обновление, прошился я. Много функций добавили новых. Остальные там некоторые пункты были не переведены программы, тоже перевод добавили. Все чудненько. Чем интересен данный телефон, друзья мои? У данного телефона батарея самая большая на данный момент в мире — 22 тысячи миллиампер. Данный телефон может работать как powerbank, подзаряжать ваши гаджеты. Если вы, например, на природе, у вас сели телефон или у ваших товарищей, пожалуйста, можете использовать как powerbank. Как заметили, гигантский фонарь у него на борту. Гигантский фонарь, который я вам продемонстрирую не в полную силу ночью, потому что можно выжечь глаза данным фонарем. Использовали в кемпинге, использовать на рыбалке еще где. Батареи хватит надолго, фонарь яркий-яркий на данном телефоне. Дальше, что интересно на данном телефоне? Камера. Шикарная камера, 108 мегапикселей. 108 мегапикселей, друзья мои. С хорошим матрицей. Дальше у нас здесь стоит ночное видение. Ночное видение. Ребята, 20 мегапикселей камера ночного видения. Тоже продемонстрирую. Все отснято. Ночью не заблудитесь и не потеряетесь. Можете ходить. Ну, ночная подсветка, как у камер наблюдения. Фронтальная камера. 32 мегапикселя. 32 мегапикселя, друзья мои. Снимает, конечно, шикарно. Тоже продемонстрирую. На фотоаппарате вообще можно заострить внимание. Шикарный фотоаппарат. Дальше. Данный телефон неубиваемый. Водоударопрочный. У него защита. Класс IP68, IP69. Американский стандарт MILT 810H. У данного телефончика. Не боится ни плыги, ни влаги, ни ударов. С полтора метра можете бросать на асфальт. Ничто его не будет. Также мы его сегодня потопим. Искупаем в морозной ледяной воде. О данном телефоне можно говорить часами. Фишка есть — пульт управления телевизором, проверил. Иногда у меня дома пульт кончается, батарейки, приходится пульт выключать, пока поменяешь батарейки, или с руки выключать сзади телевизор. Вот. Сразу же телевизор нашел мой, чётенько. Что сейчас делаем? Быстренько пробежимся по меню, поскольку смогу, потому что, видите, погоды у нас нету. Пока тут я прошивочкой занимался, тестами, у нас погода испортилась, снег идет. Зато скоро на снегоходе будем гонять на обзоры. И мы на него пофотографируем и сделаем испытание. Смотрим, погнали, распакуем, посмотрим комплектацию. Комплектация, друзья мои. При покупке вы увидите вот такую коробочку прекрасную с логотипом Uniheads компании. Быстренько по характеристикам пробежимся. Видим, что у нас 8-ядерный процессор G99, современный, 8 гигабайт оперативный, 256 встроенный, батарея гигантская 22 тысячи миллиампер, большой дисплей 6,8 дюймов, камера 108 мегапикселей. Ночная камера 20 мегапикселей, фронтальная камера 32 мегапикселя. Android 12. Все поддерживаются фишки. И водоударопрочные. У нас сегодня снег пошел. Как назло, надо обзор делать. Тут снег. Опачка, вот такая. Здесь у нас, что мы видим? Документация. Сразу же идет защитное стекло. Хотя защитное стекло уже предустановлено. Пока убираем. Дальше достаем телефон. Телефон пока тоже убираем. Здесь у нас и что? Здесь у нас зарядка 66 ватт. Гигантская. Заряжает данный телефон до 90% за 2,5 часа. Ну и зарядочка, соответственно. USB Type-C, USB Type-C. Что касается комплектации, переходим к телефону.
Сам телефончик у нас выглядит достаточно брутально. С этой стороны у нас качельки громкости. Здесь кнопка включения-выключения. Она же является сенсором отпечатков пальцев. Здесь у нас металлические вставочки. Дальше у нас здесь заглушка. 3,5 мм под наушники и для зарядки USB Type-C. Беспроводной зарядки в данном телефоне нету. Дальше у нас многофункциональная клавиша, на которую назначить можно некоторые приложения. И она же, если можно долго удержание, и чик, два раза резко нажимаешь, снимает скриншот. Здесь у нас кнопка управления камерой. Это не сенсор отпечатков пальцев, это когда вы фотографируете вот этим прекрасным фотоаппаратом, нажимаете на эту кнопку в перчатках, где, и он работает как фотоаппарат. Вообще классно. Дальше. Сверху у нас две сим-карты. Вот такой заглушечкой. Раз. И с этой стороны еще одна сим-карта. У меня сразу же не вставлены. Оп. Закрываем, выключаем свет. Здесь у нас ИК-порт. Пульт у телевизора. Сейчас я вам продемонстрирую данную функцию. Мой телевизор дома сразу же нашел. Можно использовать вместо телевизора. Между прочим, удобная функция, черт побери, когда батарейки на пульте садятся, сами понимаете, надо телевизор включить или отключить. У нас на телефоне есть программа пульт. Запускаем. Смотрите. Так, куда я нажимаю, не вижу. Можем регулировать. Дальше можем выйти в меню. Если я нажму только на телевизор. Я не знаю, как вам продемонстрировать просто. Опа. Видим, да? И вот я управляюсь с помощью телефона. Опять же звук. Меню. Выйдем из меню. Вот такая интересная программулина, удобная. Дальше у нас все снегом завалило. Хо-хо. Вот это да. С этой стороны у нас идет 108 мегапиксельная камера. Здесь ночная камера 20 мегапикселей. И к подсветка, вот два фонаря и к подсветке. Тоже продемонстрирую попозже, как это выглядит. Здесь у нас 2 мегапикселя макросъемка, фонарик. Гигантский фонарь. На людей не направляйте, глаза выжгет, написано. Тоже по программе покажу. Продемонстрирую, уже отснял ночью. Здесь у нас логотип Unihertz. Здесь у нас идет петелька для томелька. Все замечательно. Соответственно, видим, болтики есть. Предполагаю, что телефон разбирается, ремонтно пригодный. Но точно не проверял. По дисплею, ребята. Так, здесь у нас 32 мегапикселя камера стоит. 32 мегапикселя. Снимать шикарно. Дисплей у нас с разрешением 300. Так, сейчас скажу, секунду. 234 пикселя на 180. Забыл даже. Диагональ 6,8 дюймов. Большой дисплей, маленькие рамочки. Видим, даже камера как сделана. Все замечательно. Дисплей шикарный. Интересная матрица стоит, которая, ну, разрешение вообще большое. Пиксели, если вы посмотрите, пикселей вообще не видно. Замечательно. Воды данный телефон не боится. Удара водопрочный. Защищенный. Две сим-карты, как видим. Обе поддерживают 4G. Чук. 4G. Так, у меня с Теле2 здесь не ловит. Видим. Емкая батарея здоровенная. 22 тысячи миллиампер, ребята. Ой, я с ним хожу, я не знаю, уже неделю. Она не кончается, здесь батарея. Android 12 на борту у нас. Здесь полностью. Так, секундочку. А телефоне у нас идет Android 12. Блин, нас снегом завалило. Чик. И все. Из фишек данного телефона, что мы тут можем видеть? Секунду. Давайте я вам включу запись с телефона, мне так проще будет показывать, потому что здесь все
делается. Так, если мы зайдем в меню телефона, то у нас видим, что есть сумка с инструментами. Есть у нас шумомер, компас, фонарик, уровень. Все стандартные инструменты. И есть у нас уличный фонарь. Даже под водой может снимать. Предупреждает. Внимание, не облучайте глаза, когда загорается огонь. Может сгореть. Есть три уровня у нас. Самый яркий, яркий и низкий. Между прочим, телефон я уже прошил. Данные. Это прошивка по воздуху прилетела. И здесь уже перевели программу. Раньше она была не на русском языке. Функция SOS есть. Вспышка. Три режима. Это самый яркий, средний и не очень средний. Все. Как покажу, как светит. Дальше есть у нас пульт управления. Очень интересная программка. Пульт управления. Тоже продемонстрирую. Из фишек данного телефона. Ну и стандартно все приложения, видим, Android. Завезли. Есть программа «Студент». Ну, тоже непонятно для чего. Я так и в ней не разобрался в данное. Остальное все сервисы Google предустановлены. Все замечательно. Камеры, конечно, шикарные. Если по камерам, друзья мои, давайте пройдемся по камерам. Здесь у нас куча настроек фото. Видим, даже стабилизация есть. Видим 108 мегапикселей и разное разрешение. Ну, немножко заострю внимание. Посмотрите по пунктам меню. Перейдем в видео. Опять же, много настроек есть у нас. В 2К снимает. Будем в 2К сделать. Дальше есть у нас кодеки разные. H264 и HAVEC. Но я в обоих поснимал, тоже вам все продемонстрирую. Дальше есть у нас таймлапс видео на камере. Камера вообще шикарная. Нормальная Pro-версия, кто любит заморочиться с настройками. И, соответственно, инфракрасное тут видение. Ночное видение. Тоже это все мы продемонстрируем. Ну, такой, ребята, вес данного девайса 560 грамм. Ну что, пойдемте, перейдем к тестам. Вот такая комплектация, друзья мои, данного телефончика. Давайте пробежимся по характеристикам. Может, что-то упущу, ссылочки будут в описании. Переходите, смотрите для себя. Вкратце пробегусь, основные затрону. 8-ядерный процессор современный. 6 энергоэффективных ядер работают на частоте 2 ГГц и 2 мощных ядра на 2,2 ГГц. Helio G99. Самый современный процессор в мае 2012 года выпущен. 8 гигабайт оперативы. 8 гигабайт, ребята, 256 встроенной. 256 встроенной внутренней памяти. Дальше у него две сим-карты. Обе поддерживают, работают в 4G. Можете выбирать хоть эту, хоть эту. Дальше, что у него здесь на борту есть? Шикарный дисплей с разрешением 234 на 1800 пикселей. Диагональю 6,8 дюймов. Шикарная матрица, все работает шустренько, вообще все шикардос. Ну, я говорю, с ним хожу уже недельку. Камеры, фишка данных телефонов, ну не только эта фишка. Фишка, конечно, у него и батарея 22 тысячи миллиампер. Работает как пауэрбанк, может подзаряжать все устройства. В режиме ожидания 100 дней может у вас лежать, 100 дней, прикиньте, может ждать. В режиме разговора, да, не знаю, батарея не кончится. Все фишки на данном телефоне: GPRS, GLONASS, Baidu, Galileo, GPS-навигация, не забудетесь. Фонарь. Хо-хо-хо, ребята, вы посмотрите, этот фонарь, он светит, и, я не знаю, он прожектор перестройки, этот фонарь, это надо что-то. Несколько режимов работы, на самом мощном, конечно, он дает раз в 10 минут, я так понял, пора включиться, потому что он потом выключится, и все. Опять же, камеры. 108 мегапикселей, 108, зашататься и упасть. Это такие снимки. Тем более с новой прошивочкой. Камеры обновились, снимать стало еще лучше и еще ярче и насыщеннее картинки стали. Фронтальная камера видео снимает, везде стабилизация во всех камерах работает. Даже в ночном видении работает, ребята, стабилизация. Ну, конечно, камеры порадовали. Емкостная батарея, тоже хожу. Уже не знаю сколько, не садится. Вообще шикардос, конечно. Что по характеристикам. Остальные характеристики давайте в описаниях будете. Что мы сейчас делаем?
Давайте много будет видео. Снимают, между прочим, в прошлой прошивке у них было 60 кадров в секунду можно было выбрать и в 30. После обновления системы, когда мне прилетело обновление системы, 60 кадров убрали. Снимают только в 30 кадров, но снимают шикарно. Ну, я, конечно, вывожу в 50, может накладываться будет. Но, поверьте мне, снимает дисплей вообще четенько. Я на компьютере уже смотрел, тоже все плавненько, цвета. Автофокус у него работает изумительно. Смотрим примеры видео, примеры фото. Я сейчас еще тогда вечером снимал на закате. Сейчас в снег, в такую пасмурную погоду поснимаю. Тоже вам вставлю. И примеры фото. Фото большие, 108 мегапикселей. Весят до 35, до 45 мегабайт. В основном в них буду, в квадратных. Делать видео, чтобы, ну, хотя режимов много. Я говорю, по фотоаппарату там, кто любит фотографировать, выбор огромнейший. Все, смотрим примеры видео, фото. Погнали. Тест видео. Секунду. Все, телефон я этот прошил. После обзора мне прилетело обновление сюда. Поставил новую прошивку. Все, как, смотрим, как камера работает. Сейчас у нас кодек HEVEC. Разрешение 2К. MP4 формат. Смотрим, стабилизация включена. Можно выключить стабилизацию, но я попозже продемонстрирую, как это работает. Дальше. Давайте я вам покажу сразу же, как макросъемку снимаю. Опачка, камера вообще шикарная. Видим напротив солнца. Если мы спустимся к реке, сегодня у нас будет много тестов камеры. 108 мегапикселей, не шутка. Пойдемте, пофотографирую я еще. Река, видим, что замерзла. Нифига себе. Спускаться, я не знаю, опасно, наверное, да? Здесь достаточно уже солнца нету, зашло оно. Сейчас сделаю пару фотографий. Со стабилизацией чуть-чуть кропает, без стабилизации не кропает, но опять все дергается и видим. Сейчас кодек AS-264 без стабилизации. Ну, без стабилизации. Ну, давайте смотреть. Вот так, да. И сейчас со стабилизацией включу. И вот так со стабилизацией. Например, одинаково держу. И все. Все четенько. У нас уже закат. Так, чуть-чуть зумчику вам прибавлю. Зум, конечно, чуть-чуть не получается прибавить, потому что быстро он так работает здесь. Едем дальше. Селфи в портретной ориентации. Со стабилизацией, опять же, можете ходить, снимать. Так, давайте в тень зайду от солнца. Посмотрим. Смотрите, какая камера классная, да? Ха-ха! Ну, не знаю, на телефоне вообще шикарно смотрится. Дисплей на телефоне вообще четенький. Четенький, ребята, дисплей. Сегодня тестов много камеры будут. Потому что здесь камера, конечно, поражает. Все недостатки они с прошивкой новой убрали. Все замечательно. Так, и тест. Если солнце сзади, смотрите. Тест, я закрываю солнце. Смотри, как вытягивает, классно. Солнце немножечко. Солнце сбоку.
Вот так вот, конечно, прямо на солнце. Тест камеры было 32 пикселя фронтальная. Ночная съемка, друзья мои. Инфракрасное видение. Видим, что у меня камеры стоят наблюдения. Через инфракрасники их видно. Дальше. Ну, я не знаю, тут в принципе снег у нас идет. Видите, на какую длину? Не очень мощная. Если, например, посмотрим баню, ее уже не видно. Лавочка или вот куда-то идти вы идете, да? И вам надо. Вот я и вообще ничего на улице не вижу, тем более на экран смотрю. И чтобы не упасть. Вот оно, видите? У меня еще стоит здесь этот. Как он называется? Стабилизация видео. Полная темнота, вообще полная. Зато можно смотреть, где стоят камеры наблюдения. Съемки фонаря, друзья мои, в ночное время. Сейчас у нас светит фотоспышка. Выключаем ее, идем на телефон. Приложение наше, инструменты. Сейчас я вам продемонстрирую, как светит данный фонарь. При запуске его идет сообщение, что не светите в глаза, выжгет. Включаем фонарь. Сначала средняя мощность. Наводим на здание, смотрим, как оно делается. Так самое мощное. Сейчас вообще темнота. И вот такой фонарь для кемпинга. Смотрите, вот он, если на камеру покажет. Блин, я не знаю даже, как вам показать. Немножко убавлю, что вот этот большой фонарь светит. Опять. И мы освещаем все. У нас видно весь двор. Полностью. Это настоящий прожектор. Предупреждаю, в глаза не светить. Сразу выжгет. Очень-очень мощный фонарик. Опять идем. Переключаем. Есть послабже режим. Есть помощнее. Также есть режим ISOS, если вы потерялись. Все. Есть режим просто стробоскоп. Есть включаем, есть выключаем. Я вот не буду смотреть, потому что меня сразу же ослепну на несколько минут. Вот такой фонарик выключаем. Так он светит в темноте, в инструментах. Потом можно нажать боковой, и у нас опять идет фонарь, на который, ну, с фотоспышки, обыкновенный фонарик. Вот так работает. Примеры работы фонаря. О, фонарь, конечно, гигантский. Вот такие фото-видео, сами видели, да? Давайте, что мы сейчас сделаем? На речечку его. Все-таки влага удара прочно защищенный телефон. На речечку сейчас съездим и искупаем его. Покажу вам, что он воды и влаги ничего не боится. Тесты. Шок-контент. Слабонервных убрать от телевизора. Смотрим. Погнали. Пришел на речечку, друзья мои. Сейчас будем мы проводить экзекуцию данного аппарата. Фу-ха-ха, вещь. Чем больше с ним хожу, тем больше он мне нравится. Сейчас мы его утопим в ледяной воде за моими плечами. Речка не до конца замерзла. Я проваливаюсь в воду. Ради эксперимента все сделаем. Интересный телефончик. Оп, полностью темный экран. Как AMOLED, я сейчас даже не вижу, где прибавить. Можно автомат выставить. Вещь. Ну что, давайте искупаем данный телефон. Ну, просто положим, посмотрим. Бома. Тут, между прочим, смотрите. У него сим-карты, если видите, прорезинены. Оп. Влаги не боятся. Выключаем фонарь.
Идем топить, погнали. Смертельный номер. Заглушки, смотрите, что были. Смертельный номер, ребята. Так, интересно, если кнопку нажать, загорит фонарь и горит. Ха-ха. Не вижу, что вы там снимаете. Я поплыл куда-то. А потом нырять за ним еще придется. Яркость у нас убавляется. Ох, и вода ледяная. Все работает, друзья мои. Еще раз. Не повторять опасно. Вот такой сегодня, друзья, был на обзоре телефончик. Мне понравился. И цена, в принципе, для такого телефона доступная. Батарея, вес 560 грамм, конечно, не на каждый день штаны спадут, так сказать, но для определенных задач. Путешественники, потом кладоискатели, рыбаки, силовые структуры, опять же, присмотритесь, вещь. Все есть, что надо, все в этом телефоне. Они умудрились туда все. Мне только здесь, знаете, что не хватило? Беспроводной зарядки. Еще бы беспроводная зарядка была. Ну, я просто... Это мои капризы. Я привык к беспроводной зарядке, чтобы со шнурами не париться. И было бы вообще идеально. А так здесь... Вы уедете, вам батареи хватит на полгода. Фото, видео. Придраться не к чему. Снимают вообще все шикарно. Камеры для отдыха, для активного, для всего, что не хватало в таких телефонах, защищенных камер всегда. Слабое место в этой камере. Здесь же они постарались, сделали. Unihead Stank, ребята, ссылочка будет в описании. Переходите, там будут у них купончики всякие, шмончики, скидочки, манкидочки. Хо-хо-хо-хо, конечно, телефон такой. Не часто у нас такие качественные вещи собраны. Мне понравился. Сначала, конечно, с первой прошивкой камера там у них косячила. Я уже говорил, кто на лайв-канале. Из-за этого за обзор немножко задержался. Но быстренько прошивочка вышла новая. По обновлению по воздуху прилетела, и все косяки полностью исправили. Телефон только радует. Кто не боится больших защищенных телефонов, присмотритесь, конечно. Такой. Технологии не стоят на месте. Все, телефоны улучшаются, улучшаются. Все ссылки будут в описании. Лайки, комментарии. А мы продолжаем снимать, радоваться новым видео. Еще будет много гаджетов. Всем пока. Увидимся.